И буквально час назад негативную оценку событиям, развернувшимся накануне вечером на площади Независимости, дал экс-кандидат в президенты Ярослав Романчук. Вот его заявление. 19 декабря 2010 года состоялась демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь Независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. Я, как кандидат президента Ярослав Романчук, осуждаю призывы к действиям, которые нарушают мирный характер проведения массовых акций. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халип, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом. Я вместе с Анатолием Лебедько, председателем Объединенной гражданской партии, неоднократно пытался убедить Санникова и Статкевича отказаться от планов радикальных действий, так как уверен, что революции в Беларуси разрушают демократию. Массовые акции с применением силы не способны создать атмосферу для полноценного общественного диалога. Это заявление я принял ночью 20 декабря 2010 года.